Главная цель Путина, и он ее в свое время изложил, это объединение триединого, как он считает, русского народа, Украины, Белоруссии и России, собственно, в единое государство. Нападение и захват территорий уже, собственно, других стран, не относящихся ни, ну, никак к триединому русскому народу, не совсем вкладываются в эту концепцию, но дело даже не в этом. Если бы, что называется, плохо лежало, он бы, я думаю, и подхватил. Проблема в том, что далеко не плохо лежит. НАТО намного сильнее России с конвенциональной точки зрения. Напомню, что Россия здесь и сейчас считает успехом, что ей удается удержать населенный пункт Курдюмовка. Здравых и реалистичных причин нападать на страны Западной Европы, полноценно нападать, у России нет, и для нее это чревато полнейшей военной катастрофой. Однако угрожать странам Запада, шантажировать их, вот этот ядерный шантаж, методы гибридной войны, кибератаки, все это более чем реалистичный сценарий.